Ну, помимо всех тех важных исторических предпосылок, потом тех реалий, в которых мы живем сегодня, этот день еще имеет для нас большое значение как связывающее звено в памяти поколений. Люди, согласитесь, что после 20 лет после развала Советского Союза и после такой огульной, интенсивной атаки на все советское и на Ленина, у многих запуталось это все в голове. Одна из обязанностей, задач нашей партии состоит как раз и в том, чтобы мы молодому поколению объяснили эту правду. Я вообще считаю, что люди, подобные Ленину, рождаются один раз в 1000 лет. И не чаще того. Этот человек был супергениальный. И можно что угодно сегодня анализировать, по косточкам разбирать, что у Ленина правильно, что неправильно. Но гениальность этого человека признала все человечество. И те, кто сегодня пытается там Ленина как-то дискредитировать, очернить, это писк. А в общем-то значимость Ленина с годами только увеличивается. Мантрябы. Ченсямна Ленин, Пентруной, Пентрупартит. Пейл, Афост, Челмай, Демократ, Динтоз, Демократия, Пикари, Явемну, Ястась, Лагувернари. Фаптулка, Ультериор, Ченевап, Апрофанат, Идеяли, Честный Марий Гандитор. Если джавал, то проблема, дар чей че факут, ши базеля, Пикари, Лепус. Если Пентруной его история, ши А я вам кому-то день высадила, честно. Мы были людьми, мы знали и любили родину свою, мы были патриоты, мы принимали активное участие в жизни республики, мы любили свою республику. А сейчас молодые отвернулись от своей земли, от своих предков, от своей родины. Это наша история, мы должны ее помнить, чтобы... Что-то лучшее, что было в те времена, заимствовать сегодня, что возможно в каждом периоде времени что-то отрицательное, чтобы не повторять ошибки. Но если мы будем помнить нашу историю, то я думаю, наша жизнь будет только от этого лучше. Если мы будем показывать, что вот спустя года мы приходим, мы ценим, так и наши дети придут и к нам на могилу и принесут и нам цветы.